Приветствую всех на моем канале. Сегодня у нас обзор на новый Kinder Surprise Maxi на Тунс. В этих яйцах попадаются плюшевые животные. Сегодня я уже выкладывала видео с распаковкой одного такого яйца. И решила, что мне не хватает коалы. Мне очень хочется, чтобы попалась коала. Я сходила в детский мир, еще взяла две штучки. Ой, буду надеяться, что мне попадется что-то новенькое. А желательно, чтобы вся коллекция сегодня собралась. Также в коллекции есть медведь, коала и тигр. В прошлой распаковке мне попался такой тигренок. Он красавчик. И надеюсь, что сегодня нам удастся собрать серию. Так, начнем с первого яйца. Такая-то у него обложка. Давайте посмотрим, что нам попадется в первом яичке. Так, яичко выглядит у нас вот таким образом. Там оно на подставочке. Так, и чтобы не пачкать руки с шоколадом, я стараюсь просто фольгой его открыть. И давайте смотреть, что же нам попадется. Да, и мне попалась коала. Ой, какая милая! Я в восторге. Да, попалось то, что я и хотела. Ну, половина коллекции уже собрана. Милота. Давайте посмотрим вкладыш. На этот раз фигурки у нас без карточек, только вкладыш, сама фигурка. Вот так выглядит коала и вся коллекция. В коллекции у нас тигр, медведь и коала. Вот так выглядит обратная сторона вкладыша. Так, ну и давайте посмотрим на нашу коалу. Аккуратненько открыть. Боже мой, какая же она миленькая. Очаровашечка. Мне она определенно нравится больше, чем тигр. Какие у нее милые лапочки. Тут все не так проработано, прошито. Да, беру свои слова назад, что мне не нравятся плюшевые игрушки. Я об этом говорила в прошлом видео. Некоторые из них особо милые. Все-таки мне западают в душу. Видимо, все зависит от конкретной игрушки. Ну, в общем, я рада, очень рада, что мне попалась коала. Так, и давайте откроем тогда второе яичко. Даже если будет повторка, я не расстроюсь, потому что у меня уже есть две игрушки с коллекции. Всего их там три штучки. Так, следующее яичко пошло. Так, также я его открою, не касаясь, чтобы руки в шоколаде не испачкать. И посмотрим, что же нас ждет в этом яичке. Тут нам попадается опять тигр. К сожалению, медведя мы сегодня не увидим. Попадается опять вот тигренок. Ну, буду обмениваться, значит, на недостающую игрушку. Тигренка я уже вам показывала, мы увидели в прошлом видео, в начале этого. Вот такие вот игрушечки. В общем, я рада, что мне попалась коала, то, что я хотела. Но также мне хочется посмотреть и на медведя. Поэтому, если кто-то будет покупать такие яички, тоже снимайте видео, показывайте. Очень хотелось бы посмотреть на последнюю игрушку в коллекции. Спасибо всем за внимание. Пока-пока.